Нижний Новгород очень красивый город. Мы, к сожалению, все время как-то мимо проезжали. Наконец нашлось в нашем графике время побыть, пожить, посмотреть. Очень хотелось бы, чтобы этот город пригодился нам для практической работы. Художникам здесь полное раздолье, огромное количество натуры, огромное количество исторического материала. Нижний Новгород – это то место, куда любой любящий Россию человек обязательно должен приехать, обязательно должен напитаться этой стариной, обязательно должен знать о том, что Россия вот состоит во всем своем богатстве и разнообразии, в том числе из таких ценнейших памятников культуры и истории.